Рішення про те, що вона взагалі буде, але повинна бути така от, ну, прихована, якась трішечки завуальована. Це рішення про що? Ну, во-первых, я бы все-таки никаким кремлевским источникам, и тем более источникам в Министерстве обороны России не доверял. Все, что они сливают в медиа, это чаще всего не соответствует действительности. Мобилизация де-факто продолжается, и она именно такая и идет. Она, собственно, и не завершалась. Соответственно, будут ли они официально ее называть мобилизацией? Зачем? С учетом того, что приказ Владимира Путина продолжает действовать, и отдельные повестки можно по-прежнему будет раздавать. Соответственно, а зачем? Понятно, потому что они понимают, что за лето, за ближайшие недели, месяцы у них будут очень большие потери. Эти потери надо будет кем-то восстанавливать. Они создали оборонительную систему на временно оккупированных территориях, но в этих окопах кто-то должен сидеть. Угу. Есть участки, на которых боевых действий не ведется, и туда можно сажать, очевидно, мобилизованных, просто для того, чтобы небольшие диверсионные группы не могли пройти. Іване, але ось які, як ви гадаєте, російські регіони тоді знову, ну, знову чи не знову, які от будуть головними донорами? А врешті-решт якась певна логіка, чи погодитися ви? Мені здається, що з цим можна погодитися. Є теж в цьому, що, ну, десь далеко в регіонах, де немає так багато медіа, де це не опиниться в центрі уваги, де це не так активно буде виливатися в інтернет, можна набирати людей. Ну, а в Москві або в дуже великих містах, там ближче до російського центру, можливо, це більш небезпечно. Врешті-решт йдеться ж не тільки про вибори, де Собянін буде балотуватися. Ціна питання – це майбутні президентські вибори. Ну, я думаю, що якраз задача состоит в том, чтобы не испортить картину к президентским так называемым выборам. Мы понимаем, что никаких выборов, ни выборов мэра Москвы, ни президента в России не проводится. Выборы в Москве будут нарисованы во время так называемого электронного голосования. То же самое будет с президентскими результатами, но уже в целом по России. Соответственно, самое главное действительно сильно не привлекать внимание. Но Москва как минимум 15-миллионный город, в котором 100 тысяч – это цифра практически незаметная. Российские власти сейчас действуют в основном через предприятия и через трудовые коллективы. Они заставляют их составлять план по мобилизации. Сейчас, насколько известно, этих людей стимулируют подписывать контракты, а некоторые компании даже за свои деньги находят контрактников, вербуют их и передают их Министерству обороны, чтобы не отправлять своих сотрудников, которые им необходимы на фронт. Я думаю, что приблизительно по этой же модели они и будут действовать. Она для них абсолютно оптимальная, очень скрытая. Никто всерьез этим не сможет заняться и не сможет это определить, какое количество людей действительно в итоге попало на фронт. Это будет именно такая скрытая мобилизация. Іване, ну ось коли ви кажете, що вибори справжніми точно не будуть, тут я 100% погоджуся, і ми звикли називати, мабуть, це такими виборами Путіна в медіа, так? Ну тому що кандидат зрозумілий, і він має досягти результату, принаймні за установками. Але от чи стануть вони виборами Путіна? Чи все ж таки з'явиться, не знаю, якийсь інший ставленик, чи у Путіна буде достатньо ну, реальних можливостей політичних, силових можливостей контролю, щоб йти до цих виборів, і вони були виборами Путіна? З чим він підходить до виборів, за вашою оцінкою? У нього дійсно виникла серйозна проблема. Цю проблему йому создав його бувший, як мінімум, друг, а може бути і діючий Євгеній Пригожин. Потому что все отчетливо увидели, кто хотел и кто не хотел, что король голый, что в поддержку Владимира Путина с его офигительным рейтингом не выходит ни один человек вообще. Нет, давайте вспомним, как при такой же сомнительной попытке военного переворота в Турции в поддержку Реджепа Эрдогана выходили тысячи. Нет, за Путина не вышел никто. Вот она очевидная разница. А он разговаривает при помощи этого рейтинга ведь не с россиянами,
и этих фиктивных выборов, а с российским правящим классом, которому он говорит, что у меня прямая связь с народом, и если меня не будет, вас немедленно стопчут. Это один из серьезных аргументов для того, чтобы в российском правящем классе не было никаких элитных расколов, которые могли бы как раз способствовать изменению режима, нет, и устранению Владимира Путина. Соответственно, сейчас он, очевидно, пытается быстро восстановить каким-то образом свой пошатнувшийся статус. При этом мы не понимаем вот эти вот кулуарные договоренности с Пригожиным через Лукашенко, через вот этого Дюмина, бывшего охранника Путина, нет, который губернатор Тульской области вел переговоры с вагнеровцами. Кто реально и о чем договаривался в отсутствие Путина, который точно отсутствовал в Москве? Потерял ли он какие-то рычаги власти или нет? Что там происходит с этими военными? Кто кого арестовывает, кто кого не арестовывает? Нет, до сих пор нету ясности. Но очевидно, что Путин развил такую бурную активность, что он понимает, что у него проблема есть. И просто ни в какие конспирологии не углубляясь, а судя только по его действиям, мы видим, что он сам понимает, что у него есть проблемы с 24-м годом в том числе. Ему надо срочно восстановить свой статус однозначного лидера и такого третейского судьи для российского правящего класса. Решало, на самом пане деле, Иване, с учетом. Пане Іване, а от скажіть, будь ласка, тоді, врешті-решт, тут, за якими критеріями ви зробили би, чи будете робити висновок, от справа розвивається до того, що Путін укріпить свої позиції і це будуть вибори Путіна? Чи на нас може чекати якась операція, на Росію, так, не на нас, якась операція наступник? Ну, к сожалению, на всех, потому что российская агрессия против Украины, понятно, что воздействует на Украину, а российские угрозы применения ядерного оружия воздействуют как минимум на весь мир, даже на тех, кто не поддерживает, хотя это необходимо сейчас, Украину. А что касается Путина, я думаю, что как раз все будет достаточно четко видно. И это будет приблизительно рубеж как раз вот этих осенних выборов, так называемого единого дня голосования. Понятно, что они пройдут. То есть середина вересня. Да, да. Они пройдут, ну, там три дня на самом деле, потому что в России до сих пор вот эти вот выборы на пеньках, так называемые, после 2019 года и 2020 вот этого псевдоголосования по Конституции, это назвали так, потому что в течение нескольких дней на разных условиях в разных регионах это региональные как бы выборы, и здесь каждый регион устанавливает свои условия. Где-то голосуют, якобы голосуют в один день, где-то рисуют голоса два дня, где-то три дня. Соответственно, но главная история состоит в том, что к этому моменту у него должен быть восстановлен полностью этот статус. Значит, его активность публичная должна снизиться. Значит, все конфликты, которые мы сейчас обсуждаем, как непонятные, происходят они или нет, должны разъясниться так или иначе. А он должен выстроить снова свою иерархию и показать ее на публике всем. Показать снова, как вот, если помните, прямо перед началом полномасштабной агрессии против Украины Владимир Путин демонстративно проводил заседание Совета Безопасности и принуждал всех продемонстрировать свою лояльность. Вот что-то такое должно произойти, и после этого должны еще произойти кадровые перестановки, потому что сейчас до сих пор никаких официальных кадровых перестановок нет. Эта история не может закончиться без перестановок, без отставок и новых назначений, причем довольно масштабных. Они всегда проводятся перед президентскими выборами. Это путинский стиль. Людей, которые должны в нормальных демократических странах назначают после того, как демократический лидер победил на выборах. Путин приблизительно за полгода до своих так называемых выборов назначает на нужные посты заранее. Пане Іване, а от зараз, на ваш погляд, в нинішній ситуації, так, Путін ще не відновив чи не структурував контроль свій, процес іде, і навіть важко оцінити, наскільки похитнулися його позиції. Але чого сьогодні боїться більше Путін насправді? Більше впливає ситуація на фронті, тобто от реальні можливості втрати російської армії,
Чи більше він боїться заколоту генералів, ось цього невдоволення, і тому починають летіти голови вищого керівництва? Я уверен, что речь действительно идет не про фронт. Безусловно, Владимир Путин об этом думает. Для него это очень важно, с одной стороны. Но с другой стороны, для Владимира Путина сохранение власти внутри России в разы важнее. Как многие говорят, и я с этими коллегами согласен, даже полномасштабное военное поражение с освобождением всех временно оккупированных территорий не означает автоматически, что Владимир Путин теряет власть в России. И, соответственно, поскольку сейчас перед ним встали риски именно потери или как минимум ослабления его власти в России, в первую очередь его интересует именно она. И тот риск, что российские военные впервые, наверное, за последние, не знаю, лет 300, внезапно становятся субъектными. Даже во время Российской империи распада и начала гражданской войны российская армия была не субъектна и не принимала никаких политических решений. И тут мы видим полномасштабный политический, в том числе военный мятеж Пригожина, пусть даже это была в значительной мере инсценировка. Мы видим протесты со стороны генералов, и возникает ощущение, которое на самом деле многие эксперты, в том числе я, еще несколько лет назад говорили, что чем больше растет милитаризация российского общества, тем больше возрастает роль армии, и в какой-то момент армия может почувствовать себя субъектом и начать участвовать в политике самостоятельно, как это происходит во многих подобного типа диктатурах латиноамериканских, например, или африканских. А тоді хто визначатиме, хто тоді визначає, визначатиме цей порядок денний, з яким армія втручається чи втручатиметься в політичне життя? Це самі генерали, це якісь інші акціонери, це умовні брати Ковальчуки, про яких зараз пишуть, що вони, ну, трохи чи не архітектори, в принципі, автори от ідеї спеціальної військової операції, в лапках, я скажу, вторгнення в Україну і воювання із НАТО. І, мовляв, ну, якби не Україна, то Сувалкські коридори, або що, от що-небудь би таке вони вигадали. І що нині якраз Путін не готовий визнати поразку і відкотити щось, зробити перестановку, а вони би щось уже перегруповували. Чи це спецслужби? Хто бенефіціаром цього є? Хто сьогодні реально вирішує? Чи насправді Путін гравець? Чи Путін – це просто образ, за яким стоять інші люди із еліт? Ну, безусловно, Путін – одновременний образ, і при цьому російський режим остається поки персоналістським. Мы видим, что там что-то внутри происходит, это не раскол элит, нет, но происходит какая-то внутренняя борьба. За что происходит внутренняя борьба, действительно, я не берусь даже сейчас точно сказать. Нет, очевидно, что это связано с российской агрессией против Украины, нет, но в каком ключе, непонятно. Потому что на самом деле идут несколько совершенно не связанных между собой процессов, нет, которые, конечно, конспирологически очень удобно попытаться объединить воедино, но в реальности есть генералы, которых не устраивает безумные действия российского командования, как им кажется, а представители, причем элитных так называемых частей, та же самая 58-я армия, это главная армия модернизации. Это армия, которая входила в Грузию в 2008 году, и с тех пор она была полигоном для изменений. Нет, и для ее модернизации они чувствовали себя элитой. Нет, и вдруг их просто начинают увольнять. Нет, соответственно, та же самая история с Ковальчуками, которые связаны и с Пригожиным, и с путинскими при этом планами на войну, и при этом с теми группами, которые выступают за скорейшие переговоры и перемирие, чтобы пытаться любыми способами закрепить уже захваченное и дальше пытаться его удержать, перестраивать экономику, действительно искать новые способы для агрессии, гибридной, возможно, и так далее. И все эти группы одновременно пришли в движение. И вот задача Путина – быстро это движение остановить, пока оно не выразилось во что-то более серьезное, и эти группы не отодвинули его. Очевидно, что не настолько серьезно он пострадал от пригожинского мятежа, чтобы совсем потерять власть. Но
Сейчас, условно говоря, по телефонному звонку, как он это демонстрировал в 2011 году Медведеву, когда он поднимал войска в Московской области, будучи премьер-министром и не имея никаких полномочий, и демонстрировал, что он в состоянии Московский военный округ привести в боеготовность без согласия так называемого президента, когда они торговались по поводу того, как дальше будет строиться система власти, он уже не сможет. Скорее всего, не сможет. То есть он потерял вот это неформальное именно влияние. Формальное влияние у него есть. И при помощи формальных инструментов он пытается его разрулить. Но он сам создал мафиозную систему, в которой работают инструменты, в первую очередь, неформальные. Іване, а скажіть, будь ласка, от якщо, ну, бодай помоделювати, чи можлива зміна цієї фігури, чи можливий дійсно якийсь інший наступник, ну, в теорії не так багато часу є на введення його на сцену. Тобто все ж таки це повинна бути постать, яка набере якоїсь ваги, яка буде помітною, яка буде якось знайома суспільству, яка буде знайома елітам, в тому числі і закордонним елітам, тому що все одно, ну, тут якийсь консенсус повинен бути наявний. І я не дарма кажу про цей консенсус і політичні знаки, бо Бернс-Нарышкін, ось ця зустріч, так, між керівником російської розвідки і американської. Нарышкін намагався гратися політично і такі якісь сигнали подавати, що про Україну говорять без України, псуючи, так би мовити, враження, ну, зокрема, у нас і у світу, що Америка щось вирішує. Але з'являються, це його справа, хай собі пробує, але от з'являється інша інформація про сигнали, які Бернс давав на цій зустрічі. І про ці сигнали пишуть, що це неготовність визнати результати виборів, якщо там знову буде висуватися Путін. І нібито Бернс пообіцяв максимальне зниження дипломатичних контактів і переведення їх у форму, ну, у формальну площину абсолютно, тобто втрату зв'язку, не готовність легітимізувати через міжнародну політику цю постать. Чи таке може бути і, ну, яку це перспективу відкриває перед наступниками? Ну, с точки зрения США, я думаю, что это абсолютно реальная перспектива, которая, причем, скорее всего, реализуется, даже если они попытаются найти какого-то преемника и быстро перетасовать эту систему. Потому что, во-первых, после 2020 года российская конституция фактически не действует, решение было принято неконституционно. Соответственно, новый срок Путина будет неконституционный с точки зрения российского же законодательства. Путин является военным преступником, и это уже зафиксировано. И я думаю, что к выборам это будет зафиксировано более серьезно. Нет, соответственно, этот человек не может на международном, так сказать, фоне представлять Россию. При этом США, как это было продемонстрировано во время мятежа так называемого Евгения Пригожина, четко говорят, что им нужен человек, который в России будет отвечать за ядерное оружие. И сейчас они готовы даже Путина в этом качестве воспринимать. И в случае кризиса готовы не создавать ему лишних проблем, если он продолжает выступать хранителем этого ядерного оружия, даже с учетом того, что он недвусмысленно угрожает его применить периодически. Нет, их даже это не остановит, считать его как бы легитимным хранителем. Но момент как бы заканчивается. Соответственно, российский правящий класс, вот этот вот коллективный Путин, он должен понимать, что с этим человеком они дальше не поедут. И здесь уже вопрос, собственно, баланса сил. В состоянии ли Путин в очередной раз, на самом деле не в первый уже, победить свое собственное окружение и заставить его выдвинуть его на новый срок и на новый срок как бы избрать. В 2011 году он их просто раздавил и спокойно снова въехал в Кремль в 2012.